Быстрее, Настя, включай! Да включай, включай! Да скорее ты можешь! Все, отключила! Да! Даже не вздумай выключать камеру и скорее идем, мы там упустим сейчас! Куда? Ну так, вон, я там такую видел лазит, ты просто в это не поверишь! Что случилось, объясни! Черт, я видел тебя! Но это была не ты, у тебя были демонические глаза! Черные, как у демона, но, блин, это были даже демонические глаза! Это как будто были пуговицы, пришитые пуговицы вместо глаз, Настя, скорее! В смысле? Я здесь была! Я не знаю, клянусь тебе, я это видел! Я не знаю, это было реально страшно, Настя, быстрее, идем, сейчас их упустим! Настя, тебе клянусь! Я вышел из ванной, стоял вот здесь, а ты стояла вот здесь, вот так вот спиной. После чего я тебя позвал, и ты обернулась. И когда увидел, что у тебя вместо глаз пуговицы, пришиты пуговицы, я просто так стыканул и сразу же убежал. Это просто жесть, еще твоя улыбка. Она была какая-то такая натянутая. Черт, это просто жесть, Настя! Черт, Варим, бро, меня зовут Сарки, он из Ебро, вы не поверите, у нас сегодня реально неплановое видео, потому что супрепаты, я каким-то образом увидел людей с пуговицами вместо глаз. Окей, бада, я погуглил в интернете, что же это такое, и оказывается, что это третий мир, пуговичный мир, банда, и каким-то образом я произнес заклинание пуговичного мира, хотя я даже не догадался о существовании пуговичного мира, бада, я вообще не знаю, как у меня получилось туда попасть. Настя, ты не знаешь, что это за пуговичный мир? Нет, я не. Черт, это просто жесть, я реально туда случайно телепортнулся. И там реально была ты. Только вместо твоих глаз там были пуговицы, я тебе клянусь. Они были просто пришиты. Как писалось в пуговичном мире, все люди с пуговицами вместо глаз. То есть у них нету глаз, они смотрят как-то пуговицами. И нет, они не приклеены, они пришиты. Настоящая нитью супребанда. Эй, бандиты, давайте на этом видео наберем 10 лайков. И супребанда, если вам понравится пуговичный мир, то мы обязательно туда вернемся, как только на этом видео будет 10 тысяч лайков. Что, супребанда, тем временем мы телепортируемся в пуговичный мир. Погнали! Окей, Настя, ты первая. Помни, 3 раза пуговичный мир нужно сказать, а потом войти. Я верю в тебя, у тебя все получится. Спасибо. Пуговичный мир. Окей, давай, удачи. А, господи, банда, Настя уже пошла. Окей, супребанда, теперь моя очередь. Теперь я должен сказать 3 раза пуговичный мир. Ох, черт, супребанда, реально волнительный момент. Пуговичный мир. Окей, я вхожу. Мы уже где-то сейчас среди портала. Теперь нам нужно выйти. С другой стороны, получается, нужно войти в эту дверь. А потом из нее выйти. Готово? Входи. Окей, банда, мы уже здесь. В принципе, можем выходить уже с этой двери. Окей, что ж, я выхожу с этой двери, супребанда. О, черт! Настя, ты видишь, где мы? В смысле? Мы же здесь никогда не были. Мы же входили в ту дверь. Мы должны были выйти здесь. А вышли уже сразу в коридоре. Мы пропустили как-то этот момент. Черт! Господи, мы телепортнулись! Окей, супребанда, мы телепортнулись в пуговичный мир. Я не знаю, как у нас это получилось, но мы, похоже, уже здесь. Мы уже понимаем, что мы здесь только с учетом того, что мы вышли там, где надо, банда! Окей, здесь пока что ничего не изменилось, все так же, как и раньше. Но пока что не вижу тех людей с пуговицами вместо глаз. Черт, реально волнуюсь, банда, сильно волнуюсь. Давайте все здесь осмотрим, посмотрим, что и как в этом мире. Окей, вот майку. Супребанда, кто это? Черт! Это что, Настя? Как так? Настя же здесь! Да, это то, о чем я вам говорил. Это реально она, что если у нее уже пуговичные глаза. Черт, банда! Черт! Эй! О, господи, мне страшно идти, супребанда. Кто это вообще? Эй, привет. Привет, Сережа и Настя. Черт, в смысле? Настя, это реально ты, только ты же здесь. Я не знаю, кто это. Я тоже не знаю, черт, она слишком сильно на тебя похожа. О, господи, эй, эй, ты кто? А, черт, Настя, ты это видишь? Да, я вижу, у нее пуговицы, как это так вообще? Черт, ты просто жесть, супребанда, там реально пуговицы, господи! Черт, ты кто вообще? Я Настя. В смысле? Кто ты такая? Я впервые тебя вижу, Настя здесь стоит, здесь! Настя здесь, супребанда, вы же видите, вот она! Кто это, я вообще без понятия! Ты не Настя, Настя за моей спиной! Как ты можешь быть ей, это невозможно! Я Настя. Черт, а что у тебя с глазами? А зачем? Зачем мы это сделали? О, черт, ты реально пришила пуговицы вместо глаз! Да, мне так удобнее. О, черт, простите, пожалуйста, мы не хотели потревожить ваш мир. Мы, наверное, уже уйдем. Вы уже уходите? Да, нам уже пора, простите, пожалуйста, мы же сюда не придем. А как же то? А, черт, быстрее убегаем, черт, это просто жесть. Так, о, черт, Настя, скорее. А, пуговичный мир, пожалуйста. А, черт, господин, уже давай открывайся, черт. А, черт, она все еще здесь! Ребята, куда мы убежали? Черт! Настя, быстрее! А, Настя, ты видишь, что она от нас хочет? Я не знаю! Черт, это просто жесть, я уже держу двери! Почему мы не телепортируемся назад? Я не знаю! Господи, это просто жесть! Черт, супребанда, реально без понятия, что вообще происходит! Почему мы не можем вернуться назад в наш мир? Мы все еще в этом мире, пуговиц! Господи, это просто жесть! Окей, Настя, у нас нет выбора! Давай выйдем и спросим, что она от нас хочет и как нам вернуться назад! Окей, Настя, на счет 3 открываю, ты готова? Да, да, да. Раз,
два, три! Черт! Эй, где она, Бонда, вы увидите? О, черт, Настя, она все еще здесь! Мы вас ждали, очень долго ждали, и наконец-то вы пришли. Черт. Идем, идем за мной. Чего же вы там стоите? Давайте прямо здесь. Господи. Ну идите ко мне. Настя, ты это видишь? Да, Сереж, это просто жесть, я не верю своим глазам. Черт, это просто жесть. Она раскладывает тарелки, Суприм Банда, вы это видите? Она реально живая, господи. Садитесь, ребята. Господи, о, черт. Я же его специально для вас пекла. Господи, это просто жесть. Она реально нам раскладывает тортик. Господи. Настя, это Настя? Эй. Да? О, нет, спасибо, я не хочу тортик, я на диете. Уже сделай что-нибудь. Я не знаю, что можно сделать, Настя, без понятия. Она нас просто может убить этим ножом. Угощайтесь, расскажите, как в вашем мире живется. У нас вот очень хорошо. Если хотите, можете приехать к нам. Я могу вам сделать такие же красивые глаза. Нет, спасибо. Мы как-то воздержимся. Вы реально пришили эти глаза к себе? Конечно. О, господи, это просто жесть. Настя, она точно-точно такая же, как и ты, только с глазами. Да, я вижу, что Сереж, мне как-то не по себе. Давай быстрее уйдем уже. Я сам хочу отсюда уже поскорее смыться. Ну, блин, она нас не отпустит. Она же просто нас может убить. Настя, ты это понимаешь? Да, я понимаю. Черт. Хотите, переезжайте к нам. У нас здесь очень хорошо. Вы никогда не будете скучать, никогда не будете плакать. У нас здесь очень весело. Просто жесть, Настя, ты это слышишь? Господи, я, конечно, все понимаю, но мы увидели пока что только тебя. А где я, то есть Сережа? Сережа, он скоро придет, он скоро будет. О, господи, это просто жесть, Суприм Банда. Здесь еще я есть такой же самый, как и она, с такими же самыми глазами. Мы все поняли, в принципе, ваш тортик очень вкусный. Вы очень хорошо печете, мы можем уже уйти? О, спасибо. Нет, сидите, ешьте тортик, уже его еще не весь. Давай тебе еще положу. Нет, спасибо, я уже накушаться. Анастасия, нет, не нужно. Ты хочешь, а, господи, торт? Да нет, не нужно. Я сгорю. Черт, Суприм Банда нарезанула меня. Что тебе от нас нужно? Останьтесь со мной. Нашел Настя, ты это видишь? Бежим быстрее. Бежим, черт. А что? Что? Что случилось? Господи, что случилось? Скажи нам. Прости, но ты меня чуть ли не убила, это уже не смешно. Ты меня просто резанула. Я думала, тебе не нравится торт. Черт, мне с удовольствием нравится твой торт, я бы с удовольствием съел. Ты немного не такая, как Настя. Сережа, не верь, она тобой манипулирует. Блин, Настя, ее жаль, реально, она плачет. Ну не верь ей, Сережа. Черт. Какое не такое? Ну понимаешь, у тебя не такие глаза, мы не привыкли видеть таких людей. Не переживай, все хорошо, мы останемся здесь, если хочешь. Тогда давайте я заварю вам чаю. Хорошо. Черт, это просто жесть. Я тебе говорила, она нами манипулирует. Видел ее улыбку? Видел, это просто жесть. Благо она ушла. Получается, мы здесь теперь вдвоем. Черт, Суприм Банда, это просто жесть. Она реально хотела нас угостить своим тортом, она сидела здесь. Это просто жесть, она меня реально резанула. Вы это видите? Здесь настоящая кровь. Банда, это просто жесть. Нужно отсюда как-то уходить поскорее. Да, быстрее. Окей. Быстрее, быстрее. Окей, все, мы здесь, Настя. Окей, Настя, я включаю свет. Кричите, все же хорошо. Я так рад вас видеть. Вы такие все красивые. Господи, Банда, вы это видите? Это же я, черт. Это реально я, только с этими глазами. Господи, видимо, это не видится, Суприм Банда. О, Сережа, мы так с тобой похожи. Что, очень вижу, уже познакомились с Анастасией, да? Она вас угостила своим тортиком. Да, скажите же мне что-то. Да, очень вкусный торт. Я знаю, я сам люблю очень. О, у тебя рана. Она стоит, что здесь держалась. Прости, все будет хорошо. Она пропадет, как только ты выйдешь из нашего мира. И если ты вообще отсюда выйдешь. То есть, да, все хорошо. Я так рад, что вы наконец-то пришли. Это так чудесно. Вы бы знали, сколько я рад. Окей, давайте быстрее пойдемте поиграем в мои игры. Да. О, черт, Банда, какой-то ненормальный. Это просто жесть. Быстрее идем, ребятки. Нам нужно поскорее сыграть. Чтобы вам понравилось в нашем мире, вы здесь остались. Что ж, мы готовы сыграть в игру. Ой, здесь какие-то предложения нету. Что, тогда сыграем мою игру. Мы сыграем в кубача, но не в обычное, а на выживание. У-у-у. Ребятки, думаю, будет интересно. Кого догоню, убью. Раз и навсегда. Время идет. Я считаю до 5. Даю фору до 10. Господи, Суприм Банда какой-то ненормальный. Я здесь, ребятки, скорее идем. Господи, Суприм Банда какой-то ненормальный, вы это видите, чёрт, если ты это видишь, это просто жесть, Суприм Банда. О, господи, он что, идёт опять сюда? Ребятки, где вы? Апчхи!
Черт, Настя, что ты сделала? Зачем ты чихнула? Тише. Сюда, быстрее, сюда, быстрее. Черт, черт, это какой-то псих. Черт, черт, черт. Это весело. Пожалуйста, он какой-то псих. Господи. Ребятки, я вас найду уже скоро. И мы поиграем в новую игру. Лишь если сейчас будете живы. Господи, окей, Настя, ты готова? Выходим. А, черт! Ребята, отвечай! Господи, она здесь, банда! О, черт! Настя, ты это видишь? Ты опять пришла! Она нас нашла! Черт, а что делать дальше? Не знаю! Господи! Господи, это просто жесть! Как, вы погуляли с Сережей? Да! Да, мы очень хорошо поиграли с Сережей. А где он? А, вот же он! Ребятки, вы не заскучали? Простите, я не смог вас найти, но... Такие правила, окей! Что ж... О, да! Анастасия правильно говорит, ребятки, давайте попьем чаю! У него очень вкусный чай! Это вам понравится, да? Да! А, иди скорее готовь чай! Хорошо! Окей, ребятки, а мы поразвлекаемся дальше! Давайте пройдем к нашему столу, я думаю, вы уже готовы! Что ж... Ладно, Ким, говорили. Я думаю, пришло время главному сюрпризу. Ребята, давайте теперь и вам прищем глазки. Будете самыми красивыми. Вы готовы? Нет, мы не хотим эти глаза. Не нужно нам эти глаза. Медди, пришивай нам эти глаза. Нужно пришить вам глаза. Как же так? Вам же нравится в нашем мире. Иди сюда. О, господи, нет, что ты делаешь? Отстань от меня, черт, Настя. Вырывайся, не могу подойти быстрее. Беги оттуда. О, черт, преподавай это, видите, господи. О, черт, это просто жесть, Настя, держи. Он реально пришивает глаза, вы это видели, банда? Нужно просто куда-то спрятаться, черт! Господи, он реально пришивает глаза, Суприм Панда! А, что? Настя? Боже. Настя, это ты? О, черт, Настя, это ты? Боже. Господи, что они с тобой сделали? Я здесь, Настя! О, черт, это просто жесть! Он реально тебе пришил глаза, Настя! О, черт, банда, вы это видите? У Насти реально пришитые глаза! Давай быстрее уйдем с этого мира, мы уже что-то в нашем мире тебя попробуем сделать, готово? Акинес, давай, я первый, ты за мной! Так, пуговичный мир, пуговичный мир, пуговичный мир! Я ухожу, у нас держись! Давайте следующее! О, черт! Так, окей, банда, я выхожу из двери! О, черт! Я в моем мире уже, банда. Я вернулся назад, Суприм Панда, у меня получилось. Черт, а где Настя? Эй, Настя! Панда, где Настя? Черт, Суприм Панда, Насти нигде нету. Насти нигде нет, она не сможет уйти из того мира, потому что ей пришили глаза. Она теперь там навсегда осталась, Суприм Панда. Черт, банда, теперь нужно по ней вернуться и как-то ее спасти. Это реально уже не круто, банда. Давайте на это видео наберем 10 тысяч лайков. И тогда Суприм Панда думает, это прибавит мне смелости. Мы вернемся по Настю, банда. Быстрее жми лайк, Суприм Бандит. Иначе мы никогда не вернемся по Настю. О, черт! Черт, Суприм Панда, вот комменты из-за простого видео. Господи, как они шикарные, просто лишь комментарии, просто да и что? Если вдруг ты хочешь попасть в следующее видео, всего лишь тебе нужно это опуститься ниже, нажать свой лайк, колокольчик и все, бро. Ты уже в моем новом видео. Всего лишь банда лайк, колокольчик, комменты уже в моем видео, бандит. И бандит, помни одно, оставайся таким шикарным. Пока!